Итак, я расскажу про то, как создавать видео в программе Premiere. Я работаю на Маке. Эта программа может быть установлена и на PC. Любая последняя версия вам подойдет. Пятая, шестая. У меня версия CC. На Маке вот здесь вот находится программа. Вот так вот она выглядит, значок Premiere. Я загружаю ее. Что мы видим? Мы видим, что мы можем создать новый проект. Мы можем узнать что-то новенькое о программе во вкладке Learn. Здесь есть Open Recent Items, то есть открыть уже предыдущие созданные документы или открыть какие-то другие проекты. Я выбираю создать новый проект. Обязательно мы вводим имя, то, по которому вы будете потом идентифицировать свой проект, чтобы не путаться. Обязательно латинскими буквами, потому что кириллица может на других компьютерах не читаться. Вместо пробела мы ставим нижнее подчеркивание. Мой проект Happy Birthday. Нижнее подчеркивание ставится за счет того, что мы зажимаем Shift и добавляем клавишу прочерк. Обязательно указываем, где будет лежать наш проект. В той папке, в которой вы его потом найдете, в вашей папке. Вот здесь вот Happy Birthday будет лежать он. И далее некоторые версии предлагают вам выбрать рендер, то есть качество воспроизводимого видео во время обработки этого видео. Моя версия предлагает мне сейчас всего два вида. Самое лучшее, его у меня сейчас нет, это CUDA. Я могу выбрать OpenCL. И самый нижний, но я выбираю OpenCL, он все-таки получше. Если вы не можете выбрать, ну, не выбирайте. Это самое важное, то, что вы должны сделать на данном этапе, чтобы создать новый проект. Нажимаем ОК, и мы оказываемся в программе Premiere Pro. Здесь мы видим разные окошки. Мы можем ими управлять, сдвигать их или нет. По умолчанию, скорее всего, у вас, так же, как и у меня, вид editing. Проверяем Window Workspace Editing. Это самое удобное для монтажа раскладка ваших панелек на окошке. Можно попробовать аудио, она немножко другая. Другие вкладочки будут открыты. Выбираем editing. Значит, что мы тут видим? Инструментики. Таймлайн – это то место, где вы будете по кусочкам собирать свои видео. Здесь у вас будет итоговый вид вашего ролика. Здесь вы положите свои кусочки, с которыми вы будете работать, импортируете их сюда. У вас есть вкладочка «Эффекты», «Предустановленные эффекты», «Аудиоэффекты», «Видеоэффекты», «Эффекты переходов между видео». Здесь будут эффекты, примененные уже к вашим кусочкам. Вот, пожалуй, это основное, то, что вам нужно будет.